всех этих писем адрес один. Утренняя почта. Нам пишут учителя, инженеры, врачи. Люди самых разных профессий. Обратных адресов так много, что если пересчитать их все, раз, два, три, четыре, наша передача на этом и закончится. Когда я смотрю на письма, я невольно представляю себе, конечно же, с улыбкой, как человек садился за стол, брал ручку и писал. Алло, Люся, это я. Ты что сейчас делаешь? Работы много. А я тут на утреннюю почту письмо написал. Хочу, чтобы для тебя мою любимую песню исполнили. Вот слушай, дорогая утренняя почта, однажды я видел по телевизору выступление певца. Фамилию я не помню. Он исполнял песню. Название я не помню. Очень прошу, передайте ее, пожалуйста, для моей жены Люси. Меня мучает один вопрос. Почему девушки меня не замечают? Я часами стою перед зеркалом, завязывая галстук, но девушки проходят мимо меня. И вот однажды я встретил милую девушку. Она протянула мне руку, и в это время прозвенел будильник. Это был только сон. Trec pe alături mii de fete și niciuna nu mă vede, ai, ai. Timp de un ceas și jumătate îmi leg nodul la cravate, ai, ai. Și îmi fac luciul la ghete, dar n-am trecere la fete, n-am. Vai, 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 vai. Se țin de toți fetele Sky. Vai, 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 vai. Dar eu sunt singur cum n-o dai. Habar n-am ce-aș putea să fac. Să fiu și eu cuiva pe plac. Se uite dintr-o dată, întâlnesc o mândră fată, ai, ai. E frumoasă ca lumina și mi-ntinde mie mâna, ai, ai. Dar când se împlinește dorul, sună vai deșteptătorul, ai, ai. Mă trezesc și-mi pare mie ca un visa ce-am vrut să fie, vai. Vai, 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 vai. Se țin de toți fetele Sky. Vai, 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 vai. Dar eu sunt singur cum n-o dai. Vai, 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 vai. Habar n-am ce-aș putea să fac. Vai, 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 vai. Să fiu și eu cuiva pe plac. Toți fetele Sky. Vai, 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 vai. Dar eu sunt singur cum n-o dai. Vai, 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 vai. Habar n-am ce-aș putea să fac. Vai, 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 vai. Să fiu și eu cuiva pe plac. Vai, 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 vai. Se țin de toți fetele Sky. Vai, 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 vai. Dar eu sunt singur cum n-o dai. Vai.
товарищи, смотрел вчера вашу утреннюю почту и должен вам сказать, что думаете вы там о чем угодно, но, извините, не о выполнении производственного плана нашим отделом. Да, товарищи, это так. Именно из-за ваших передач мы вынуждены весь понедельник проводить в спорах, а работа простаивает. Потому что одному нравится одно, другому другое, а лично мне, товарищи, третье. Поэтому убедительная к вам просьба. Покажите, наконец, что-нибудь такое, чтобы понравилось нам всем. Не по поручению коллектива, а по велению совести Никифоров. Артист из Великобритании Поль Пейдж. Он неразлучен со своими маленькими друзьями. Уважаемая утренняя почта, написала вам впервые в этом месяце, потому что в предыдущем отправила вам 31 письмо, но ответа пока не получила на последнее. У меня к вам вот какое предложение. Как известно, почтальон приносит нам почту 3 раза в день, и каждый день. И раз уж вы называете свою программу почтой, то тоже должны показывать ее каждый день. 3 раза. Утром, днем и вечером. С нетерпением жду ответа.
Иванов, иди к доске. Что значит «не хочу»? Ты думаешь, я хочу? Была б моя воля, я под тебя давно в другой город уехал. Ну ладно, давай тетрадь, покажи, что ты делал дома. Так, тетрадь по математике ученика 4 класса А Иванова. Уважаемые, утренняя почта? Это что такое? Пишет тебе ученик 4 класса А. Иванов. Передайте, пожалуйста, песню про любовь. Это что такое? Про любовь к природе. Может быть, тогда родители купят мне щенка. Ваш Иванов. И это что такое? Еще 34 подпись? Эх, Иванов. Ну кто же это пишет в тетради по математике? Да еще с ошибками. Иди к доске и пиши. Передайте, пожалуйста, для моего любимого учителя выступление его любимого артиста. Маленький мальчишка, маленький кораблик сделал из тетрадного листа. Он поплыл и скоро-скоро утонул на повороте, но не утонула с ним мечта. Он поплыл и скоро-скоро утонул на повороте, но не утонула с ним мечта. Если очень хочешь, своего добьешься, а мальчишке снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Надо, 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 всюду, всюду, всюду. Надо, 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 надо верить чуду. Говорите всюду, 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 всюду. Места буду или нет, буду, 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 буду. Где ты?
ты, где ты, где ты, мальчик сероглазый, капитан игрушечной ладьи? Почему, как твой кораблик, все плывут, плывут за мною давние мечтания мои? Почему, как твой кораблик, все плывут, плывут за мною давние мечтания мои? Надо, 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 всюду, всюду, всюду. Надо, 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 надо верить чуду. Говорите всюду, 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 всюду. Места буду или нет, буду, 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 буду. Если очень хочешь, своего добьешься. А мальчишке снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Буду верить чуду, буду, 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 всюду, всюду, всюду. Отмечаю и довожу до вашего сведения. Что в период с 11 часов до 11 часов 30 минут каждого воскресенья резко сокращается число пешеходов, что положительно влияет на уменьшение правонарушений. Хорошее, нужное дело делаете вы, товарищи. Поэтому постарайтесь довести качество ваших передач до такого уровня, чтобы на улицах в это время вообще никого не было. Субтитры сделал DimaTorzok.
Алло, утренняя почта. Передайте, пожалуйста, песню «Вернись, я тебя умоляю», потому что моя жена Люся оставила меня. Нет, ее, конечно, можно понять, она женщина хорошая, а у меня такой характер. Но она этого не понимает. Она, видите ли, о себе больше заботится. А раз так, ну и пусть. Я и один проживу. Поэтому, пожалуйста, не передавайте песню «Вернись, я тебя умоляю». Ой, Люся пришла. На карнавале под синей ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, сделал я с вас мгновенно маску. Под маской леди краснее меди торчали рыжие усы. Дорогие мои, вчера смотрел утреннюю почту и вспомнил, что не купил обои. Сердечное вам за это спасибо. Передачу я вашу очень люблю. Жалко только, что вы не даете советов, как самому сделать ремонт. Оцеклевать полы, понимаете, поклеить обои. Хотя моя жена говорит, что лучшие ваши передачи украшают нашу квартиру. Поэтому просьба. Передайте, пожалуйста, что-нибудь такое веселое, жизнерадостное, импортное, в цветочках. It makes me weak and it makes me strong. It may be right and it may be wrong. Baby, sing me a song to tell the world you love me only. Hey, don't run away from me. Living with you means music, dancing, and every night romancing. Hey, hey. What is true? Close my eyes, it's so delightful. Hey!
Так я представляю себе, как пишут письма. Почему именно так? Потому что нам всем очень хотелось бы, чтобы сегодняшнее утро и нашу передачу вы встретили и проводили с улыбкой.